инженерами компании Polvax Украина, данная установка разработана с учетом в первую очередь безопасности для окружающей среды, а также учтены и продуманы все возможные риски. Установка состоит из системы подготовки сырья, которая включает в себя приемный бункер с транспортером, дробилка сырья. Дробилки у нас две в системе. Одна крупногабаритные отходы измельчает, вторая доизмельчает до нужной нам фракции. Далее транспортер подает в накопительный силос, откуда мы уже направляем непосредственно в установку. У нас в системе есть шнековая сушилка, которая подсушивает сырье до нужной нам влажности. И далее уже идет сырье по всей системе, то есть попадает в реактор. В реакторе у нас идет термическая деструкция без доступа кислорода при температурах от 450 до 650 градусов Цельсия. На выходе из реактора мы имеем газ пиролиза и твердый остаток.